Всем привет, с вами канал Дневник системного администратора. Сегодня я хотел бы вам показать, как Windows можно сделать выбор папок в проводнике, активируя данную функцию. Например, она бывает полезна, когда заходите, например, на диск, и вы хотите, например, выбрать одну, вторую, третью, четвертую папку, например, скопировать. Но у вас нету здесь отображения. Сегодня я так легенькое такое видео хотел показать, как можно сделать, чтобы можно было здесь выбирать. Для этого у нас есть здесь вкладка, которая называется «Упорядочить». Нажимаем на нее, выбираем параметры папок, открываем вид и опускаемся ниже. Здесь у нас есть «Использовать флажки для выбора элементов». Естественно, нажимаем кнопочку «Применить», «Ок». И как видим, после этого у нас появляется вот такой вот квадратик с выбором, который мы можем нажимать. Например, мы хотим выбрать вот эту папку, хотим выбрать вот эту папку и хотим выбрать вот эту папку. И, в принципе, мы можем их теперь полностью перенести. Естественно, щелчок в области, где нет ничего, это все дело отменяет. Вот такая маленькая, но полезная штука. Может, конечно, кто-то и знал про нее, а кто-то, может, и не знал. Вот, в принципе, на этом видео буду заканчивать. Если понравился маленький лайфхак, ставь палец вверх, подписывайся на канал и напиши свой комментарий, знал ли ты о таком способе выбора файлов и папок или же нет. Всего хорошего, до свидания.